Уважаемые козероги, всем доброго времени суток. Вы на канале Око Таро и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 8 по 14 апреля включительно. Что вас ждет в этом периоде? Информация общего характера, поэтому расклад подойдет как женщинам, так и мужчинам. Я вас всех без исключения приглашаю к своему столу. Что мы сегодня с вами будем рассматривать? Общие характеристики всего этого периода: дом, семья, работа и карьера, возможные доходы и расходы, кредитные линии, внешний мир в отношении вас. Посмотрим, что в скрытых факторах, нет ли в чем-либо угрозы. Подведем итоги этой недели. Посмотрим также, в раскладе будет еще одна дополнительная карта совета и также карта форс-мажора. Сейчас традиционно вы можете загадать колоде один вопрос желания, и та карта, которую я достану самой последней после основной выкладки всех карт вашего расклада, и ответит на загаданный вами вопрос. Думайте о своем желании, колода настраивается на ваш запрос. Кому нужно больше времени, нажимайте на паузу, а я приступаю к выкладке. Уважаемые козероги, все карты вашего расклада перед вами, и я начинаю его прочтение. Что интересно, что вертикальную центральную линейку вашего расклада в большой и в малый крест вошло 4 старших аркана. И расклад начинается с карты старшего аркана. Это говорит о том, что на этой неделе могут происходить какие-то важные события, на которые нужно обратить большое внимание. Расклад начинается с карты правосудия, карты юстиции. Она может говорить о том, что, возможно, кому-то из вас нужно привести в порядок любого рода официальные вопросы, документальные, любые бумажные вопросы. Если вы работаете с информацией или с людьми, тут повышенная внимательность должна быть во всем. Именно на этой неделе вам в чем-то нужно расставить точки над «и». Возможно, попытаться что-то подкорректировать или исправить то, что было недоделано ранее. И это может касаться абсолютно всего. Я вижу, что у вас завышенные требования в отношении других людей, но и в отношении себя вы требовательны. Для вас важно, чтобы во всем был порядок, чтобы в любых отношениях была честность и прозрачность. Если вам что-то не ясно, я вижу, что вы пытаетесь вникнуть вглубь какого-то вопроса и пытаетесь чем-то разобраться. Возможно, действительно, кому-то из вас понадобится чья-то дополнительная помощь, может быть, даже совет, может быть, консультация для кого-то, человека, который обладает должными знаниями для того, чтобы вам в чем-то помочь. Для кого-то этот аркан может даже показывать человека, юриста. То, что касается вопросов здоровья и медицины, эта карта может предполагать желательное лечение и то, что еще будут предстоять обследования и посещение, может быть, не одного врача. Я вижу, что многие из вас пытаются привести в порядок свое здоровье, в особенности те, у кого есть хронические заболевания или патологии. Если меня смотрят люди абсолютно здоровые, вам ничто не мешает посетить врача и провериться для себя. Если говорить о вашем общем запасе энергии, он неплохой, но показано, что вы максимально на чем-то сконцентрированы и напряжены, вы как одна натянутая струна. А это еще может говорить и о том, что вы пытаетесь где-то в чем-то контролировать свои эмоции. Но в то же время, если вы считаете нужным кому-то что-то озвучить или сказать, вы в открытую об этом говорите. Вы ни с кем не играете ни в какие закулисные игры. Возможно, у кого-то именно в понедельник состоится серьезный разговор или важная встреча, когда во что-то нужно вносить ясность. Те, у кого действительно открыты юридические процессы, по-прежнему ваш вопрос не закрыт, и тут еще понадобится не один день для того, чтобы разобраться с тем, что есть сейчас. Потому что и здесь вам нужно либо усилить свою защиту, либо искать еще какую-то дополнительную информацию, потому что в чем-то у вас может не хватать доводов и аргументов. А ваши оппоненты также настроены на борьбу. Чаши весов пока колеблются, они не на той, не на этой стороне. Много и многих вы оцениваете весьма критичным взглядом. Может быть, вы пытаетесь указать кому-то на чьи-то ошибки
если вы считаете, что кто-то в чем-то не прав. Но делать нужно это максимально корректно. Может быть, из-за чего-то в вашей душе и есть некоторая двойственность, но вы четко знаете, как вы будете действовать и поступать. А это тоже немаловажно. На входящие события выпала карта старшего аркана Шута. И этот аркан в негативе может говорить о том, что что-то обнуляется или что что-то нужно решать как сначала или заново. Но в позитиве эта карта может показывать любую новую информацию, интересную информацию новых людей в вашей жизни, возможно, новые знания. Великолепная карта для людей, которые хотят учиться и развиваться. Эта карта своего рода риска, когда я готов или готова рисковать для того, чтобы в мою жизнь вошли перемены. И в вашей душе, в вашей голове явно есть какая-то идея, на которую вы возлагаете очень большие мечты и надежды на будущее, и вы идете за своей идеей и за своей мечтой, а это уже хорошо. Высшие силы вас в этом будут поддерживать. Но в негативе эта карта еще может говорить о том, что что-то выходит из-под вашего контроля или какие-то события могут развиваться спонтанно, независимо от вашей воли и ваших желаний. Если по первой карте мы видели порядок, закон, какие-то четкие рамки, временные сроки, то здесь нет никаких временных рамок и сроков. В негативе этот аркан еще может говорить о том, что кто-то в каких-то серьезных вопросах проявляет излишнюю легкость или несерьезность, и это может влиять на какие-то ваши дела, ваши вопросы. Если вы в чем-то проявите невнимательность или пустите что-то на самотек, потом снова какой-то вопрос нужно будет решать заново. Те, у кого есть дети, для вас может быть очень важна тема ваших детей. И, конечно, карта Шута может показывать очень большие горизонты и пространство, может показывать за границу. Может быть, кто-то мечтает о том, чтобы куда-то поехать. Может быть, кто-то сейчас за границей, но вы хотели бы перемен и обновлений. А те, кто сейчас дома, возможно, вы мечтаете о дальнем или новом путешествии, о каких-то новых знакомствах, новых впечатлениях и новых эмоциях. В центр вашего расклада, в ваши кармические задачи, выпала карта старшего аркана силы, и она говорит о том, что в этом периоде вам нужно проявить силу, характер и настойчивость для того, чтобы удержать под своим контролем многие вопросы. Возможно, у вас с кем-то будет возникать противодействие, когда кто-то в чем-то на вас оказывает давление, а вы не готовы уступать. Не готовы только потому, что вы знаете, что правда на вашей стороне. Но из-за чего-то могут быть очень большие переживания и сомнения, так как в малом кресте вашей судьбы я вижу рядышком карту старшего аркана Луны. И Луна говорит обо всем том, что связано с вашим домом, с вашей семьей, с чем-то глубоко личным. Я вижу, что для вас важно разобраться или в доме, в семье, или в личных отношениях. Это могут быть и какие-то бытовые проблемы, которые нужно решать. Для тех, кто в паре, в отношениях, в особенности, если меня смотрят семейные, это очень непростые, сложные отношения, в которых тоже может возникать противодействие. В рабочих процессах для тех, кто при работе, у вас тоже с кем-то может возникать некоторое противодействие. Но любой вопрос с помощью мудрости и настойчивости вы сможете решить. Вы даже своих врагов способны заставить себя уважать. Я вижу, что периодически на вас, может быть, накатывает что-то, похожая на панику или депрессивность, но я вижу, что вы стараетесь эти состояния в себе контролировать. Радует то, что в дом ваших финансов выпала карта рыцаря чаш. Это может говорить о любых радостных или приятных новостях, связанных с финансами. Может карта показывать получение прибыли, может показывать чью-то поддержку в финансовых вопросах. Давайте мы с вами сейчас возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу, те, кто работает и те, кто не работает. Для тех, кто при работе. Для вас выпала карта Туза Жезлов. Эта карта может показывать любые обновления в работе в этом периоде, может быть, проходящие через некоторые сложности, судя по центральной и по первой карте, но все пойдет так, как нужно. Это карта Ока Высших Сил, которая говорит о том, что все идет так, как и должно идти. Вы во многих вопросах должны проявлять инициативу, лидерство, кого-то в чем-то должны пытаться активировать, организовывать вы должны что-то.
По этому аркану я вижу, что вы способны зарабатывать гораздо больше, чем то, что вы имеете сейчас. Возьмем карту для тех, кто в этот период вошел без работы, но, например, вы в активном поиске. Для вас выпала карта старшего аркана императора. Снова мы видим старший аркан. Эта карта гарантирует вам стабильность даже тем, кто не работает. И в этом периоде явно либо вам кто-то помогает, либо есть какие-то выплаты от государства, либо у кого-то есть дополнительный источник дохода. Для женщин это помощь мужского лица. Для женщин, которые в супружестве, вы можете во многом рассчитывать на своего супруга. То, что касается с работой, скорее всего, если вы действительно хотите трудоустроиться, вам может помочь мужчина или что-то будет решаться через мужчину. Если говорить о мужчинах-козерогах, то по этой карте вы можете быть собственной персоной. Я вижу, что вы сами могли бы что-то организовать, или вам нужно выйти еще на одного человека, мужское лицо, человека, может быть, наделенного определенной властью, который вам поможет с работой. И, конечно, эта карта говорит о том, что вам лучше искать работу официальную. Возьмем карту для тех, кто сейчас на пенсии. Что нужно знать вам? Для вас выпала карта пажа монет. Она может говорить о том, что, возможно, кто-то занимается внуками. Но этот аркан еще может говорить о том, что вас действительно волнует тема финансов, потому что тех денег, которые есть, их маловато, недостаточно, а расходов много. Но я вижу, что вы умеете планировать, вы умеете считать каждый рубль, каждый доллар, каждую копейку. Вы стараетесь распределять свои деньги так, чтобы хватало на все. Я не вижу того, чтобы вы унывали или чтобы вы впадали в какой-то пессимизм. Возможно, кто-то даже на пенсии чему-то учится, потому что карта может показывать образовательные процессы, а для кого-то это небольшая подработка, которая вам тоже поможет чувствовать себя уверенней. На внешний мир для вас выпала карта рыцаря пентаклей, а это говорит о том, что из внешнего мира в самое ближайшее время, конкретно в этом периоде, к вам будут поступать очень неплохие предложения рабочего характера. И здесь может быть состоится разговор двух мужчин. Если меня смотрят мужчины-козероги, это может быть вы и еще один человек, но был император, может быть, это еще третье лицо. И что-то у вас по работе или по финансам решится. То, что касается женщин, к вам тоже могут поступать хорошие предложения или даже мужская помощь, от которой не стоит отказываться. Я вижу, что многие из вас могут решить не только деловые и финансовые вопросы, но еще и хватит время на то, чтобы немножечко отдохнуть или даже чем-то себя хоть немножко побаловать, так как рыцарь чаш – это все-таки карта отдыха, и она говорит о том, что вы готовы потратить какие-то деньги на небольшой отдых. Возможно, этот отдых будет не планированным, а спонтанным, но принесет вам радость. И если меня смотрят мужчины, которые в отношениях, может быть, вы какой-то женщине хотите сделать подарочек, сюрприз. Но тут еще могут быть посиделки и с мужским лицом. Это как ваш друг, знакомый или родственник. Что-то может обсуждаться в непринужденной обстановке, даже серьезные вопросы. Но в Большом Кресте все-таки мы видим девятку жезлов, которая говорит о том, что вы не всегда себе позволяете расслабление, потому что есть не одна задача, много незакрытых проблем из прошлого. Как я уже говорила, они могут быть связаны с вашим домом, с бытом, с вашей семьей, и всем этим нужно заниматься. Решили одну проблему, появляется другая. Или, может быть, вы что-то закрывали, решали, делали, и снова нужно начинать сначала. То, что отдых вам показан, это однозначно, так как девятка жезлов может показывать некоторое истощение или физическую усталость. И центральная карта может говорить о том, что многие из вас тяжело работают для того, чтобы заработать. Это может быть как тяжелый физический труд, так и тяжелый эмоциональный труд. Часто может болеть голова и показано, что могут болеть ноги. В целом, вам стоило бы укрепить свой иммунитет. Я вижу, что кто-то из вас во внешнем мире, в отношениях с другими людьми чувствует себя гораздо лучше, чем дома, рядышком со своим партнером или партнершей. Это больше касается семейных пар, потому что у наших свободных козерогов тут другая ситуация. Я вижу, что у наших свободных будут развиваться отношения. Для тех, кто уже встречается, карта влюбленных предполагает встречи, свидания, романтический романтизм, притяжение. Восьмерка жезлов говорит о стрелах, амурах, летящих в ваше сердечко, или то, что эти стрелы кто-то выпустил в ваше сердце.
Если вы по-прежнему свободны, не теряйте время, знакомьтесь. Я вижу, что все ненужные контакты и связи вы от себя отсекаете. Вы достаточно выборочны в отношениях. И для вас очень важно на начале общения понимать, чего ждать от человека в будущем. Я вижу, что вы стараетесь быть честными в отношениях и открытыми. Но карта влюбленных, которую мы видим в центре для наших свободных, может говорить о том, что кто-то все-таки находится в отношениях либо с человеком несвободным, либо вы сами не до конца свободны, либо же эта карта может все-таки предполагать еще выбор вариантов, но вы считаете, что ваш выбор уже сделан, если кто-то рядышком уже есть. Я вижу, что на будущее вас могут ждать интересные дороги, интересные встречи, общие планы, но не все будет даваться легко. То, что касается наших семейных, по девятке жезлов и карте Луны, я вижу, что здесь постоянная круговая оборона одного партнера от другого. Нет слышимости, пропало доверие. Вы оба в чем-то сомневаетесь, вы оба в чем-то не уверены. Вы не уверены в том, что партнер с вами честен до конца. И, может быть, по карте юстиции у кого-то из семейных отношений даже могут доходить до состояния развода или разрыва. Ваша вторая половина может считать, что вы ее не слышите, а вы как раз считаете, что не слышат вас. Вы устали из-за чего-то воевать, вы устали выяснять отношения. Если вы начинаете общаться, что-то может заканчиваться конфликтами, поэтому если чувствуете, что действительно может вспыхнуть конфликт, возможно, стоит не общаться вообще, но у вас так не получится, потому что в центре расклада выпала карта силы, и она говорит о том, что вы свой характер должны показать и на работе, и дома, требуя к себе элементарного уважения. На завершение этого периода для вас выпала карта шестерки мечей, и для многих из вас эта карта говорит о том, что вы не будете дома. Если у кого-то уже запланирована дорога, поездка, она будет удачной, задумали, поезжайте. Может быть, кто-то думает о каком-то переезде на более отдаленный срок, может быть, вы с кем-то куда-то хотели бы поехать, и я вижу, что от вас еще рядышком зависят другие люди, которые, может, ждут вашей помощи или вашего совета. Карта очень активная, она говорит о том, что много, если говорить о подведении итогов в целом всего этого периода, вы будете довольны результатами. Я вижу, что даже какой-то негатив отходит в сторону, какая-то неуверенность отходит в сторону. Болезненное прошлое уже не настолько для вас важно и не настолько болезненно. И я вижу, что вы уже смотрите вдаль, куда-то в будущее. Очень хорошая карта для тех людей, которые действительно не боятся перемен, не боятся рисковать и не боятся что-то в жизни менять. В скрытых факторах для вас выпала двойка жезлов, карта старшего аркана колеса фортуны и карта старшего аркана повешенного. Мы здесь видим то, что вас будут волновать вопросы денег, а это говорит о том, что сколько бы вы их ни зарабатывали или не получали, их все равно недостаточно. Может быть, вы думаете о подработке, может быть, вы думаете о том, чтобы что-то в жизни вообще радикально поменять по колесу фортуны, может быть, вы думаете с одного места переехать на другое, может быть, кто-то думает о том, чтобы найти другую работу. Но и что интересно, что жизнь предлагает вам такие возможности, будет еще предлагать. Но вам немножко чего-то нужно будет ждать, потому что рядышком выпала карта повешенного, которая может говорить о любого рода ограничениях и говорить о том, что для того, чтобы эти изменения произошли, вам все равно приходится или придется чем-то жертвовать. Но я так понимаю, то, что я вижу по картам, вы сами для себя осознаете, что вам придется чем-то жертвовать, и вы готовы идти на эти жертвы сознательно, ради перемен. Откроем карту основного совета или форс-мажора. На основной совет выпала карта короля монет. Великолепная карта для мужчин-козерогов, потому что она может показывать вас собственной персоной и говорить о том, что многое будет зависеть от ваших решений, от ваших действий, от вашего умения что-то планировать, от вашего умения зарабатывать. Если говорить о женщинах-козерогах, то на вашу жизнь может повлиять в чем-то мужчина вашей же стихии, это может быть телец, дева или козерог по гороскопу, но не обязательно. Возможно, это мужчина, с которым вы будете связаны финансами или работой. Может быть, кому-то стоит обратиться за помощью к мужчине, и мужчина вас поддержит. Так как эта карта материальная,
Для мужчин она однозначно гарантирует поступление очень хороших и стабильных денег. То, что в работе у вас все будет нормально, это точно. Карта ответа на ваш вопрос. Сбудется ли ваше желание? На ваш вопрос выпала десятка жезлов. Эта карта говорит о том, что да, сбудется, но придется хорошенечко потрудиться. Перед вами будет стоять не одна важная задача. И, возможно, один вопрос тянет за собой автоматически другие не менее важные вопросы, потому что здесь вы решаете все одним махом. И до этого вы не сидели на месте в отношении того, что вы спросили, уже что-то проделывалось и немало. Я вижу, что вы пытаетесь как-то планировать свою жизнь, хотя не всегда получается. На тот вопрос, который вы задали, скорее всего, повлияет мужское лицо, если меня смотрят женщины. А для мужчин, опять-таки, многое зависит от вас, но есть еще один мужчина, от которого ваш вопрос также будет зависеть. Может быть, один из тех вопросов, которые есть в вашей голове. Хотели вы или нет, автоматически получилось так, что в вашей голове могло быть как минимум несколько важных вопросов. Потом я вижу, что вам снова придется чего-то ждать. Давайте немножечко вернемся к теме финансов. Все, у кого есть долги или кредиты, я вижу, что вы успешно их будете закрывать. И если говорить о женщинах, вы можете рассчитывать на помощь мужчины. И если вам на что-то понадобится небольшая сумма денег, и вы у кого-то попросите, вам не откажут, но опять-таки это будет мужское лицо, и я вижу, что вы эти деньги сможете отдать. Если кто-то у вас в этом периоде попросит небольшую сумму, вам деньги вернут, и вернут быстро. Если вы пытаетесь куда-либо свои деньги инвестировать, пока рано говорить о каких-то серьезных или крупных инвестициях, с этим стоит повременить, может быть, пока еще просто об этом рано думать, но на позже все возможно. Теперь возьмем для дополнения цыганский оракул и спросим его, что еще вам нужно знать на эту неделю или на самое-самое ближайшее время. Я вижу, что вы по ком-то скорбите. Может быть, кто-то кого-то будет поминать, тех, кого уже нет рядышком с нами. Эти карты говорят о том, что в чем-то у вас как бы будет отдушина. Для вас очень важно, чтобы в доме был порядок, чтобы все было по местам, по полочкам. И, может быть, кто-то такими порядками занимается. Для мужчин, козерогов, очень важна поддержка женщины. И если говорить о женщинах-козерогах, в особенности те, у кого есть детки, вас будут очень волновать вопросы ваших детей. Возможно, вы с кем-то захотите в этом периоде из родственников увидеться, пообщаться. Или вы будете что-то планировать на самое ближайшее время. И еще одна карта, карта фортуны, которая говорит о том, что удача вам действительно еще улыбнется. И обратите внимание на то, что в скрытых факторах для вас также выпадало колесо фортуны. И здесь мы видим карту фортуны. А это говорит о том, что в скором времени, до конца этого года, почему я говорю до конца этого года? Потому что расклад затрагивает события не только этой недели, так как в раскладе много старших арканов, а и события более отдаленного будущего, но конкретно этого года. Поэтому вас ждут очень хорошие изменения по этим картам, чего я вам и желаю. Уважаемые козероги, благодарю вас за просмотры, оставляйте обратные комментарии, подписывайтесь на мой канал. И я вас всех жду в следующих прогнозах. Всем до свидания!